Так. Вот, блин, началось. Ты мне ничего не сделаешь, знаешь почему? Потому что вы лохи, а у меня Чё? У меня стазис на оружке есть. Как я не бессмертный? Чё? Не понял. Чё произошло? Подожди, может быть это... Может за мной там что-то шло? Скорее всего. А что... Что меня разрубило-то? Я не понял. Некроморф мне... Охренеть. Морозь, давай. Ну! Еще... Ну! Что, не хватает сил, что ли? Давай. Нормальная тема. Ой, ой, здоровяк. Нет, просто он урод такой. Давай, бежи, бежи! Беги. Со стазисом. Чё произошло? Чё есть? Не могу сюда пройти, я понял. О, блевун! Давно я, кстати, блевунов не видел. О них забыли распихать по картам. Самое главное, ресурсы их улет... А, подожди, это... Это тут невесомость, что ли? Или почему они тут... Подлетают-то? Давай. Что произошло? Какой-то звук я слышу стрёмный. Что за звуки? Собственный плевать я поперхнулся. Давай. Гори, ясно. Так, аптечка там улетела, я видел. Так, тут помещение какое-то. Так, идет сохранение, отлично. О, станок. Это, наверное, последний станок, кстати. И гардеробчик. Ну что там, супер костюмчик мне дадите? Кстати, сейчас надо все ресурсы максимально потратить. Я думаю. Смысл так их оставлять. Так, модернизировать не знаю. По сейфу еще посмотрим. Во-первых, вот это мы все загоняем сюда. Стазис этот загоняем, трешку берем. Берем все аптечки вот эти. Патроны давайте тоже на максимум. Что там, нормально по патронам? Или я перебрал немного? Ладно, сойдет. Дальше все, наверное, по чертежам тоже. Модификаторы. Модификаторы. Что тут у нас? Так, ну... По аптечкам, я думаю, как нормально у нас. Надо было больше аптечек брать. Давайте один стазис запихнем. Даже два. Создадим, давайте, большие аптечки. Блин, одна даже сюда ушла. Тогда поменяем. Все, сойдет. Правда, нафиг они нужны, эти большие? Ладно. Так, и гардероб. Кстати, что у нас по патронам? Ну вот теперь другое дело. 1300, маловато. Так, все, патрон не влазит. Я просто боюсь, почему патроны полностью запасаться. Мало ли аптечки понадобятся. Их не хватит. У нас нет костюма, по-моему, нового. Икс, смотрим по иксу. Блин, охренеть, геля не хватает. Зачем я только эту аптечку катил? Вот, давайте броню на максимум. Кинезис, что у нас будем? Нет. Мощь. Икс, заряд. Увеличивает энергоемкость. Увеличивает радиус и время действия. Так, давайте. Качнем дальше. Так. А вот это я так и не понял, что это энергоемкость. Смотрите, это количество выстрелов. Это время действия и радиус. А энергоемкость... А, понял, может быть, быстрее восстанавливается, хрен знает. Ну и все, вот мы и прокачали. Кинезис, это урон, радиус. Так, по иксу здесь не хватает. Ну давайте, что тут терять-то нам сразу же.
Все, и что-то еще остается. Вот мои красавцы. Так, это все не вмещается. Вот там дверь. Кровавая луна. Так, куда нам? Нам вот сюда. Оба, бомбануло как. Так. Что, держаться? Е-букву нажимать. Нажать. Ой, вот это жопа. Прям в пасть летим. Так, так, понял. Любим эпик, хорошо. Ой, бляха-муха, что это? Капец какой-то. Так, пролетел. Так, я знаю, что будет. Нет, я не понимаю, что надо делать. Ой, блин. Что, в трубу лететь? А, все, я не могу ничего делать. Ой, блин. Капец. Зачем ты шлем снял? А, у тебя разбился он. Или не, а он не снял его, да. Что я что-то правильно сделал, да? А, подожди, я же могу вот что делать. Там главное уследить еще за ними. Обелиск. Ой, блин, что это было? Так. Так, патрон не влазит, это радует. Как, где? Где? А что с ними делать-то? Я не вижу ни хрена. Подожди, а вот туда надо кидать? В эту штуку не надо? Так, может нам и патрон-то не понадобится. Давай, глаз показывай, сволочь. Я вижу я вижу эти ссаные щупальцы. Я не вижу обелисков. Где они? Что делать теперь? Вот один. Кто здесь обелиск? Я вижу глаз. И надо бакнуть в него. Да, я попал вроде, нет? Я мимо. А, он еще маскируется, собака. Так, это что-то прилетает. Да завались. Давай, не пропусти, пожалуйста, стреляй! Да, Ну, чисто по реальности, она бы просто раздавила Айзека и все. Но тут же игра. Правильно, мы не можем такой проделать путь. Сдохнуть так просто. Но мы, собственно. Я не знаю, что это, кстати. Вот, но мы такой путь-то и не смогли проделать, наверное. Так, вот какие-то хрени тут прилетают к нам. Вот эту. А, это с этим некроморфом, засранцы. Собаки. Меня бесит больше всего. Бери аптечку. Нахрен ты не стоит. Так, где глаз? Ой, блин, щупальцы пошли. Давай перезаряжай быстрее. Я стреляю по щупальцам, ничего не так. Все нормально. Не паникуй, они меня даже не атакуют, мне кажется. Так, что это обелиск полетел? Давай. Ну давайте. Ну, Айзек, что, ранен? Да. Да, я видел.
Ой, блин, сейчас жопа будет. А, может быть, эти штуки, стой, может быть, их надо уничтожать как-то? Да, скорее всего. Тут фиг знает вообще. Вот, 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 давай, давай. Ты идешь сюда, давай быстрее, пожалуйста. Давай, давай, пожалуйста. Да, последний, надеюсь, нет, третий глаз вылез. Ну, все, у тебя нет шансов. Ты что сожрал? Что это такое? А, стазис? А, я ему сейчас вырву эту хрень, наверное, да? А, там Карвер. Давай. Аптечка где-то была, вот она, да. Фига ты силач, давай. Давай, иди сюда, друг. Да, только сейчас не облажаться, самое главное. Мы должны выжить после такого. Что произошло, ты засасывать что ли? Isaac, are you there? Carver? Isaac? You're gone, aren't you? The Mark Sigma has gone too. Isaac, you did it. You really did. Earth space coordinates confirmed. Shock drive enabled. Standing by.
Да, ну вот мы прошли Dead Space 3. Так, сразу говорю, надо досмотреть титры до конца, насколько я знаю, да? Ну что же, игра все-таки, мне кажется, неплохая. То есть, конечно, ее изменили сильно, но все равно. Не изуродовали, скажем так, да? Изменили все-таки. Преобразили. Вот. Так немного, конечно, не понял. Луна, что это сейчас, она валялась на какой-то планете, что ли, на Земле? Нет, вряд ли. Просто Луна, она же рядом с Землей, правильно? Вот это не понял, ладно. Вот, ну, а на этом все. Так что ставьте только положительные оценки. Подписывайтесь. Просто так. Да, не знаю зачем, но просто подписывайтесь. На всякий случай. В любой непонятной ситуации подписывайтесь, да? И всем пока. Ellie.